Как увеличить рост с помощью прически, мастер-класса от Дженнифер Лопес, Бейонсе и других невысоких звезд. Редактор 11.01. 2019. На что только не идут невысокие женщины, чтобы казаться выше. Невероятные каблуки. Специальная гимнастика подбор. Одежды со специальными принтами, не говоря уже о хирургических вмешательствах. Мы поделимся с вами еще одним секретом о том, как стать визуально выше помощью простой прически. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Этот прием часто используют звездные стилисты, помогая подопечным выглядеть еще сногсшибательней. Речь идет о хвосте. Да, вы не ослышались, все настолько просто. Есть только пара нюансов, которыми мы сейчас поделимся. Итак, расчесанные волосы разделите на три части. Две задних части соберите в хвост, оставшиеся волосы руками и с помощью еще одной резинки закрепите как можно выше, расправьте верхний хвост, чтобы он полностью прикрывал второй. Этот прием помогает не только стать немного выше, но и создает эффект густых волос. Такую прическу можно часто заметить у Бейонсе, Ким Кардашьян, Джессики Альбы. Результат вы можете увидеть на фото. Конечно, носят такую прическу не только невысокие звезды. Например, модель Белла Хадид с ее 175 сантиметрами явно не комплексует из-за недостаточного роста, при этом выглядит она с высоким хвостом потрясающе. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.